На 22 ліпеня на території лісного фонду Гомельської області з початку года відбулося 32 пожари. Гэта значно менш, чем у минулом годзе. Однако надвор'е не дає подстав знижать уровень пильности. Высокие температуры, недохоп вільгаці негативно отбивается на стане лесных угодзяў. Держлесахова заўсёды знаходится в стане полной готовности в залежности от класса пожарной небяспеки. До того ж, после урагана у лесе знаходится не просто непожадана, але и сапраўды небяспечна. Работники лесной господарки расчищают участки уздоўж придорожных полос населенных пунктов, прилягающие до линии электропередач участки, а так само каля линии электропередачи. Распрацовывать буроломы и ветроломы.